Сегодня мы отмечаем день рождения, исторический день рождения нашего прекрасного Екатеринбурга. Ура! Наш любимый город. И, кстати говоря, очень символично, что именно в этот день у нас в гостях сегодня замечательные люди, победители первого общегородского онлайн-конкурса «Семья года» Илья Носов, Юлия Закамлистова, Константин и Ольга, а также начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Николаевич Марков. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! А можно сразу вопрос? А первый раз ты «Семья года», когда это прошел конкурс? В этом году? Да, именно так, в этом году. Мы подумали, что такой непростой год, стоит, наверное, заводить какие-то новые традиции. Но я бы хотел начать, конечно, с поздравления всех с историческим днем города. Вас в первую очередь, уважаемые друзья. И когда мы рассуждали над форматом, он был очень необычный в этом году празднования, и мы подумали, что почему нет? Много различных конкурсов, это действительно так в нашем городе, и творческих. Но вот конкурс про семью, про семейные ценности, про творческую семью, про целеустремленную семью, про лучшую семью нашего города в таком формате прошел действительно впервые. Какая основная задача этого конкурса? Основная задача – показать всем, что семья – это здорово, семья – это очень верный шаг, очень ответственный, семья – это очень интересно, и семья – это очень увлекательно. Ну и хочется, конечно же, пообщаться с победителями. Еще раз вам доброе утро. Расскажите, почему вы вообще решили принять участие в этом проекте? Доброе утро. Мы решили... Вы легко вычислили, кто главный в семье. Да, сразу понятно становится. Мы договорились. Мы договорились, кто в какую очередь отвечать будет. Да. Мы участвовали в конкурсе, потому что нам стало очень интересно. Мы увлекающиеся люди. И когда узнали, что проходит такой проект, думаем, а почему бы нам не поучаствовать? А как вот вы поняли, что вы подходите для этого проекта? Кто мог принять участие вообще? Кто угодно? Любая семья, да, ну, конечно. Дети. Вот. Мы приняли решение, но начали участвовать за 10 дней до конца уже приема этих заявок. То есть в рекордный срок вам включились, да. Так, у нас есть 10 дней. Ну, надо бы поучаствовать. А как вы успели сразу двух детей? Или это было раньше? Это были заготовки. Заготовки. Вы думали наперед. Мы готовились заранее. Что вас заставляли делать? Что вам приходилось делать? Что вы для себя нового открыли благодаря конкурсу? Нас ничего не заставляли, мы с удовольствием включились в этот творческий процесс всей семьей. У нас вся семья оказалась такими талантливыми, интересными актерами, монтажерами, видеооператорами. Вот, и мы сделали вот такой вот замечательный ролик и потом повторили творческий, скажем, свой союз на сцене Урала. Ну что, торжественный момент прямо сейчас, тогда награждение. Мы можем объявить в утреннем экспрессе награждение победителей конкурса «Семья года». Илья Николаевич, вам слово. Дорогие друзья, барабанная дробь. И в этом году, в 2020-м, семьей года становится семья Носовых. Юлия, Никита, Константин. О, почему Никита? Юлия, Илья, Константин и Ольга. Ура! Ура! Так, браво! Мы обработали все руки. Это первый диплом. И, конечно, мы не могли вас оставить без ценных подарков. Первое, что мне хочется вам подарить, это сертификат от фонда Святой Екатерины на покупку бытовой техники в размере 100 000 рублей. Это ух вам. Ты! Чувствую себя немножко Леонидом Аркадьевичем. И второй подарочный сертификат на выходные в отель Ялта Ин Турист на 4 дня на всю семью победителю первого городского онлайн-конкурса «Семья года». Это также ваше. Спасибо. Спасибо. Ну, сказать, что мы за вас очень рады, это ничего не сказать. Да. Дети, мне кажется, счастливее, чем родители были. Понимаешь? В тот момент. А мне вот интересно, вот вы что чувствовали, когда участвовали, ребят? Понравилось вам принимать микрофон. Участие в конкурсе? Да, понравилось. Угу. Так, а тебе? Мне тоже понравилось. Тоже понравилось. И какой следующий конкурс у вас в планах? Еще пока не знаем. Будет, а можно в следующем году опять участвовать будет? А, мы подумаем. Можно прислать заявку, да. Можно прислать заявку. А где вообще, куда заявки эти присылать, где смотреть? Я просто вот проблема. Да, сайт семьягода.рф, на котором расположена вся информация, выложена. И мы надеемся, что этот проект приживется и будет, может быть, преобразован и в том числе в очную форму. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится, и мы сможем собирать полные залы и чествовать
лучшие семьи нашего города. Ну что ж, раз, видимо, сегодня последний мой рабочий день, скажите, пожалуйста, сколько лет вы в браке? 13 лет. Черт, Владюшина. А вы, конкурс «Семья года», сколько в браке? А я в браке 8 лет. А вы в браке? Да. Семен, у меня есть 2 детей. Стоит поучиться, между прочим, нам с тобой. Как добиться таких успехов? Обращайтесь, пишите нашим гостям, в принципе, и они вам расскажут, как быть счастливыми семенинами. Семенинами.